что сегодня очень принципиальный матч. В первом круге, так сказать, у нас есть должок. Все поздравляют улицу. Они реально настроились на игру с нами. И вторую и третью партию совершенно заслуженно выиграли. И играли хорошо. Определила игру во многом первая партия. Но никто не мешал нам играть во второй и третьей партии. Чего мы не сделали для победы. Вот. Ну а дальше у нас, ну так бывает, несчастный случай, что два основных игрока команды сегодня не попали в игру. В принципе, первый раз в сезоне у нас такое случилось. Тяжело начинали, тяжело играли, прежде всего это тяжело было в приеме, то есть очень сегодня слабо принимали, не так сложно подавали, как должны были подавать, вот, но справились прежде всего на блоке и справились в атаке, прежде всего на высоком мяче, вот, достаточно хорошо сыграли. Скажу, что игра была немножко нечистой, что с нашей стороны, что, мне кажется, со стороны соперника. Убрать бы эти недочеты и было бы вообще великолепно. Ну, забегая вперед, немножечко, да, завтра у кого-то день рождения у вас, по-моему. А, ну скажите, да. Неплохой ли вот такой подарок команда вам преподнесла сегодня? Это самый лучший подарок, который мог бы случиться на сегодняшний день, потому что этот матч для нас очень много значил, он решал, и мы эту задачу выполнили. Классно.